Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал. Это морской влог. Сегодня у нас на обед борщецкий, овощи с булгуром, макарохи, курица в томатном соусе и свинина по-французски. Больше этого не насыщенный получился, свекла вообще не сочная, она как будто сухая. Я добавил 5 штук. Вот. Ну, раз на раз не приходится. Везде и всегда свекла разная, поэтому тут даже не угадаешь. Бывает такая прям насыщенная, бордовая, сочная. А тут прям вообще сока не было мне. Вчера намолол фарша свино-говяжьего. Сегодня на ужин будут бургеры. Сделаю котлеты. Под борщец сделал помпушки. Сейчас вот разберу. Заправлю чесноком и зеленью. Салатик будет овощной, обычный. Поступило предложение от суперинтенданта, представитель компании, грубо говоря, сделать в воскресенье барбекю на обед. И сегодня после обеда мы поедем, сегодня суббота, мы поедем в магазин, купим купатов, посмотрим, я себе еще докуплю необходимых продуктов, там кофе заканчивается и по мелочи. Достал свинину размораживаться, крылья размораживаться, сделаю шашлыки. Пожарим крылья, посмотрим, что будет с погодой завтра. Конечно, интересно, потому что прогноз погоды говорит 60% дождь. Что-то придумаем. На ужин завтра будет пицца. Вообще, мне кажется, лайтовый день будет. Все заранее подготовил, себе в обед пожарил. На ужин себе запек пиццу и все. Но мы планируем сделать пельмени, налепить. Фарш как бы готов. Надо будет сделать тесто, и надо выбрать время, когда это сделать. Еще думаем, еще советуемся с экипажем. Экипаж, кстати, тот же, что и был. Только 2 новых человека. А так, все старые. Все старые, все знакомые. Так что все на одной волне, в дружеском коллективе. Все четенько. Вот. Сейчас буду это все доготавливать, дорежу еще салат, заправлю, выложу помпушки, выложу суп, мясо, гарниры и буду подавать обед, убираться быстренько, идти переодеваться, уже готовиться к походу в магазин, ехать в город. Идти пешком тут до магазина целый час, поэтому нас супер отвезет на машине своей, чтобы это все было быстрее и удобнее. Так что буду быстренько заканчивать все. Вот мы до сих пор стоим в порту, на воде. В док еще не заходили. Это будет, скорее всего, послезавтра. Будут продолжать делать ремонт. А пока работаем. Курица в томатном соусе и свинина по-французски. Булгур с овощами я отдал, макароны отдал, сейчас салат, помпушки, больше уже стоит. Смотрите, какая красота. Мы еще столиком привезли почеревок. Сейчас я его нарежу, тоже подам. Все, можно подавать обед. Yeah, you're welcome. Борщец просто бомбический. С салом, с помпушками. Сейчас все кушают, пойду убирать. Ну что? Блин, Руслан, огромное спасибо. Очень просто разорви лицо. На здоровье. Так вот комплименты высказывают экипаж. Так что еще будут сейчас все доедать. Я потихоньку еще замываюсь. Всем все нравится. Единственное то, что мне не нравится, это цвет ненасыщенный. Но тут уже от продуктов зависит. Спасибо. На здоровье. Как вы сбор? Заебись. Давай за Ой, Русичек, спасибо тебе огромное. Борщец. Ух, супер. Супер, все. На здоровье. Да. Вкусно, я второе даже не ел. Да? Нет. Я тоже ел. Хорошо. Спасибо. На здоровье. Сейчас сало, помпушек. На здоровье. Видишь, у меня как раз сразу бицуха.
сразу. Рама сразу. Как моряк купаю сразу. За двоих будет, после обеда херачит. Все, едем вернуть? Я нет. Спасибо, Грушу. Русик приготовил отличный борщ. Так и ставлю. Раз, раз. 15 минут и 6 литров борща просто нет, как и не было. Хорошо, что я хоть сварил 10-литровую кастрюлю, потому что там остальные там 4 человека пришли, кто последний, такого борща уже нету, досыпал. Да, умяли просто в момент. Там осталось, не знаю, порции 3, наверное, сейчас. Домываю все, иду переодеваюсь, и в час едем в магазин. Так, я переоделся. Сейчас беру пакеты и погнали в магазин. Надо купить кофе, тут там остался один пакет. Также сыров купить, вкусных, разных, интересных. Там по мелочи, там желатин, еще всякие там цукаты, орешки для выпечки. Это погода такая непонятная. Ага. Ну вроде тепло. Не холодно, не жарко. Да. Обманчиво. Ну вчера вечером парило прям сильно. Ну и дождь это пошел. Там мушкары какой-то налетело. Да. Возьму еще овощей на гриль, свежих. Огромно. Все же настоящий. Обалдеть. Класс. Не, мы не унесем. Так, закупились, все, что надо было, приобрели, взяли купаты, я взял кабачок еще, зеленый, желтый, потому что у нас его нету, такие вот купаты, колбаски, и еще там, а вот, и вот такие вот, все вышло на 180 евро, цены, конечно, в Голландии, обалдеть. Ну все, сейчас разберу, разложу, переоденусь и буду готовиться к ужину. Так, включаем плиты, делаю кофеек и готовлю к ужин. Расфасовал фарш в обед еще, достал булки размораживаться. Сам делать булочки не буду в этот раз. Нет времени. В следующий раз, может, как-нибудь сделаю. Но пока есть. Нарежу салат. Дорежу салат. Нарежу айсберг на бургеры, лук, помидоры. И надо разобрать рыбу. Надо разобрать семгу. Сегодня будут морепродукты с овощами. И рис и картошка фри на гарнир. Thank you.
Так, что, буду разбирать сейчас семгу. Врезаю возле головы до позвонка. И вот так вот по спине вдоль позвоночника ножом провожу. Главное, нож острый иметь. Ну все. Я думаю, в интернете миллион мастер-классов, как разбирать правильно тушку рыбью. Особенно семгу. И вот так вот по костям аккуратненько все проводим. Вот так, первая половинка готова. Теперь вторую. Уже вовнутрь. Уже не снаружи по костям, а изнутри. Обрезаем все плавники себе. Главное не торопиться. Надо чувствовать, что вы идете прям лезвием по костям, по позвонку. Сейчас покажу. Вот видите, то есть идет нож прям по позвонку, и вы чувствуете вот так вот лезвием, что он идет, упираясь в твердую часть кости, и проходите аккуратненько, поддевая, и все срезаете, и все. В принципе, если у вас, допустим, ну вы там дома делаете, да, и остается мясо на кости, то это, ну, как бы не проблема, потому что это все идет потом в суп, в бульон, это все можно будет потом разобрать, почистить, и все можно использовать. Места мало, правда, доска маленькая. Вот срезаем. Вот. Косточки реберные сами вылазят. Слегка так вот подрежем. Все. И эту часть мы тоже вот так вот бац и срезаем. Это пока в сторону откладываем. Вот и вторая филе получается готова. Вот первая филеха и вторая. Сейчас я ее протру, сниму шкурку. Одна половина пойдет сегодня на ужин, а вторую половину засолю. Так, как мы разбираем филе? Срезаем животик пока в сторону. На спине, если есть жирок, срезаем его тоже. Придавливая пальцем к доске шкуру, вот так вот заводим лезвие. И ведем себе, срезая мякоть с кожи. Подтягивая кожу, не забывая. Главное, острый нож. И все. Красивое, чистое филе. И шкура. Протираем доску теперь, чтобы не было чешуи. Кладем филе и будем вынимать косточки. Берем пинцет и вот так вот, ощущая пальцами, где они у нас торчат, мы их вынимаем. Вот так.
Все, у нас остается чистое филе. Так, засаливаю рыбку я. Насыпаю на дно емкости 2 столовые ложки соли. Так вот накрываю. И сверху 2 столовые ложки. Плюс 1 столовая ложка сахара. И 2 веточки укропа. Так вот, половина на низ. Половина наверх. Так будет намного вкуснее, чем без зелени. То есть на одно филе получается 4 столовые ложки соли, столовая ложка сахара и 2 веточки укропа. На 2 часа в холодильник. Затем достали, промыли в пленку. И пожалуйста, малосольная семга к завтраку готова. А голову с хребтом помыли, закинули в пакет, в морозилку и потом приготовили вкусный рыбный супчик. Погода меняется, капец, то солнце, то ливень идет. Просто не угадаешь. То жара, то холод. Капец. Рыбку нарезал, кальмары нарезал, почистил. Так что переходим к бургерам. Так, булочки разложил, сейчас буду закидывать в духовку, подогревать их. Сыр нарезал, салат, помидоры, лук тоже. Рис готов, сейчас буду доставать его с духовки. И можно жарить котлеты, я их как раз расформировал уже. Пока сделал 14, посмотрим. Можно жарить. Так, надо сделать чесночное масло, показываю, как я его делаю еще раз. Засыпаю очищенный чеснок в чашу, заливаю полностью маслом, чтобы оно перебивалось удобно. Закрываю. Ставлю. И перебиваю. Перебиваю до нужного мне состояния. Я буду делать мелкую крошку, потому что, чтобы удобнее она вытекала с бутылки. Раньше я делал крупнее, потому что насыпал в банку, из банки ложкой высыпал. Но у меня есть бутылка, это практично, из бутылки вылил себе и все. Вы делаете так же самое. И соотношение чеснока к маслу тоже выбираете самостоятельно, в зависимости от концентрации, то есть чеснока в масле, и все. Достаем, вот такая вот паста получается. И все, я заливаю, получается, сюда ее и разбавляю маслом. И все, и использую. Хранится около недели максимум. И у меня она расходуется примерно за 2 дня. Вот и все. И делаем нужную консистенцию. Все, пожалуйста. Буду делать с овощами. Я беру, у меня есть микс овощей. Высыпаю его сейчас на разогретую сковородку. И обжариваю на большой температуре. На второй сковородке я обжарю морепродукты, затем это все смешаю, заправлю чесноком и соевым соусом. Рис у меня готов. Я его делал в духовке. Посмотрите, какой рассыпчатый получился. Шикарный.
На один стакан риса, полтора стакана воды, промыли рис, залили водой, поставили, ну, накрыли фольгой на 180 градусов в духовку на 20 минут, затем в закрытой духовке еще 30 минут пусть постоит. И все. Рассыпчатый рис готов, пожалуйста. Так, овощи поджарил, откладываем в сторону. Сейчас берем сковородку для морепродуктов, высыпаем их сюда. И обжариваем их. Котлеты жарятся, почти все готовы. Морепродукты обжарю, смешаю с овощами, заправлю. И буду выкладывать. Поставлю подогреть булку в духовку и буду собирать уже бургеры. Все, морики схватились. Добавляю к ним овощи. Заправляю чесночком. И соевым соусом. Все, перемешиваю и выкладываю. Так, бургеры готовы, морики готовы, рис готов, картоха готова, салат выкладываю и ужин готов. Так, замариновал крылья на завтра, соевый соус, устричный соус, чеснок, розмарин и тимьян. Также свинину, 1:2 свинина к луку, то есть одна свинина, два лука, по объему, не по весу. Соль, перец, чеснок и орегано. Лук взяли, вот так нарезали крупно, пожамкали, чтобы сок вышел. И все, оставляем на ночь, завтра получится нежнейшее просто. Ужин закончился, так что буду замывать все, наводить порядок, все складывать и... Увидимся завтра. Завтра барбекю. Покажу, как это будет у нас проходить. Это первое барбекю в этой компании. Самому интересно. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваше мнение в комментариях. И до встречи в новом ролике.